Всем привет. Жара, поедем ловушечки проверим. Сегодня у нас 9 июля. Там стоят ловушечки. Ну и проедемся. Грибочков посмотрим. Ягодок. Поедем вот на этом монстре. Вот на этом монстре поедем. Заводим. И помчались потихоньку. Прокатимся. Такая караката. Так, ну что, заводим. Поедем. Посмотрим ловушечку. Движочек. И фан. Собрали. Лифан машина, от машины 87 лошадей, коробка тоже лифановская, собрали, сейчас я кардан задний снял, передний оставил, коробка заварена, все, коробка перевернута, что лишь первый назад, задний вперед, поехали потихонечку. Шепчет. Отлично. Как на КамАЗе, короче. Руки положил. Балдеешь. Кружочек проедем сейчас. Смотрим потихоньку. Как раз посмотрим. Испытаем движочек. Ну, не движочек, а то, что обваривались. Километров 10-15 проедет. Все остальное все покажу, если ягоды будут, грибы там заедем. Ну, сухо, конечно, дождя не было, дождь был давно. Сухо. Ладно, ребят, погнали. Чешем по природе. Слева хлебушек посеем, пшеница, справа. Да, видите, лес. Ракость. Хорошо. Едем, сидим, короче. Чухает потихоньку на второй. Сильно газует, колеса большие. Крутится. Крутится, все вертится. Все нормально. Тут километры 20 отмотали. Жарко, правда. Жарко. Надо тент снять. Вверх. Такую жару. Или двери. Вот эти форточки. Они от УАЗика. А эти на болтах. А так все отлично. Все классно. Чухаем потихоньку. И бездорожье нам, как говорится, по барабану. Ребят, заехали мы. Жарко. Все поле проехали, по оврагу там проехали. Нормально. Монстр нормально. Ничего. Движочек кипит, вентилятор включается. Все вроде ничего. Здесь ловушечки у нас стоят. Ловьё просто море. Просто. Разнотравье хорошее. Самое оно. И там стоят ловушечки у нас. Посмотрим как раз. Поглядим. Не попался ничего. Здесь грибочки. Подосиновички были. Раньше росли. Зайдем посмотрим. Подосиновик. Лесочек, не, все сухо. Все сухо. В лесу все сухо. Один сушняк. Вот такие дела.
Ну, что нам скажут наши ловушечки, брякушечки. Вон они стоят. Вон отсюда вижу. Сейчас зайдем, посмотрим. Тридцатничек дает. Тридцатничек. Все заросло здесь. Недели две не было я уже. Недели две здесь не было. Раи вроде прошли. Так, особо их нету. Оставил я две ловушки. Так, на всякий случай. Пускай стоят. Ну и что? Там озерце было, болотце, все, но там чуть-чуть вода осталась, высохла уже. Жарища такая стоит. Так. В этой смотрим. Пусто. Никто не летает. Тишина. Вон она. Никто не летает. Так, а это вторая налитки. Смотрим. Такая же фигня. Ну и пускай стоят, мало ли чего. Две у меня осталось ловушки. Пускай стоят. По грибочкам проехал тоже. Тишина, сухо. Вообще сухо, так, лисички. Немножко, чуть-чуть. Ну все. Мы домой прокатились чуть-чуть. Каракатик испытали. Нормально едет. Заглянем сюда через недельку. Через недельку, через полторы. Ну, здесь природа, конечно, здесь. Вокруг прям. Только на такой технике. Или на квадроциклах. Заезжать так. Так сюда бесполезно. Все перекапано, все перерыто, все заросшее. Такие дела. Ну ладно, все. Мы погнали. Какое сегодня у нас? 9 июля 2004 года. Все, всем привет. Всем до встречи.